Всем доброе утро, мои хорошие. Красота какая. Хосты мои начали цвести, а герани красные, как огонечки. А эти синие цветочки называются баллон-блюмы. Баллон – это шар. И когда он еще не распустился, выглядит действительно как надутый шарик. А потом распускается. Левушка воздухом дышит, на лавочке сидит. Пушистый комочек, сладкий, дразнилка, язычок торчит. Он очень любит на солнышке лежать. На солнышке левушка загорает, звездочка наша. Маленькая пицца, Маргарита, в духовочке готовится, сыр плавится, скоро будет готово. Посмотрите, мои хорошие, как зарумянился сыр. Так что мини-пицца готова. Вот как хочется укусить. А этот мяч никак не дается. Вот так вот поймал. Поймал. Вот так. Никак не укусить. Лапочками. Лапочками. Не давает на этот мячик поиграть. Да так хочется его укусить. Не нужен мне ваш мяч, раскусать нельзя. Наш Соня валяется на диване. Наш сладкий зайка. Вот так вот. А мама зовет кушать. А он не идет. Леушка. Лео. Сладкая дразнилка. На ком, мам? Лео. Мама курочку отварила. Свеженькая, мягонькая. Лео. Ком-мам-мам. Дразнилка. Ком-мам-мам. Леушка. Баловень судьбы. Петюшенька решил разбудить мальчишку. Что? Я не могу. Нет. Никак. Никак. Вот. Хоть как положите, я буду лежать, а вставать не хочется. Ну, еще не проголодался. Я сегодня сделала в новой моей красной форме запеканку. Или, вернее, запеченные овощи. И они у меня уже готовы. Я попробовала. Они 40 минут 35 простояли в духовке. Сейчас я посыпала все сыром. И поставлю, наверное, еще минут на 10, чтобы сыр расплавился и чуть-чуть подрумянился. А овощи у меня
Да у кого какие есть. Грибочки, помидорки сверху, чтобы из них сок выделялся. Цветная капуста, паприка, морковка, аборджини, чесночок, лучок, ну и зелень. Сыр уже плавится. Красота! Я забыла сказать, что сегодня я обычно запекала просто гемюзе и даже без сыра. А сегодня я сделала под сыром и куриное филе. Килограмм я порезала на долечки и разместила, перемешала со всеми овощами. Все, мои золотые, готово! Вкусно, полезно, сытно, аппетитно! Готово! Лев. Да. Да.